Привет всем! Многим автолюбителям знакома ситуация, когда двигатель заводится с трудом, а после запуска начинает работать нестабильно. Возникают пропуски зажигания, троит двигатель. Двигатель и автомобиль в целом, если говорить о современных машинах, это масса электроники, контролирующей работу основных систем. К примеру, отказ одного из датчиков может вызвать перебой одного из цилиндров двигателя. И, например, из четырех нормально будет работать только три цилиндра. Вот и отсюда возникает термин «троит двигатель». Признаки того, что двигатель троит на холодную. Пропуски зажигания при запуске. Вибрация кузова. Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. Увеличение расхода топлива. Горит, моргает чек на приборной панели. Основная причина троения – это увеличение теплового зазора между деталями при холодном двигателе. Когда двигатель прогревается, уменьшается или полностью исчезает зазор между деталями, и двигатель начинает работать ровно. Из-за увеличения теплового зазора или выхода из строя резиновых и пластмассовых патрубков в системе происходит подсос воздуха. Также подсос воздуха часто может происходить через соединение вакуумного усилителя тормозов, через уплотнение впускного коллектора или через порванную мембрану маслоотделителя. Количество воздуха, которое поступает в камеры сгорания двигателя, проходя системы датчика ТМРВ, учитывается бортовым компьютером при образовании топливной воздушной смеси. Но если в камеры сгорания, минуя датчик ТМРВ, еще попадает неучтенный лишний воздух, после этого начинаются уже проблемы троения. Разумеется, подсос неучтенного воздуха вносит неразбориху в работу ЭБУ, который пытается возобновить работу системы в нормальном режиме. Но, скорее всего, это ему не удается и начинается высвечиваться ошибка P0171 – слишком бедная смесь. И то хорошо, если при троении видно этот ошибка и наводит на мысль подсоса воздуха, но часто ее вообще не видно. Поэтому, чтобы убедиться и выяснить, строение происходит именно из-за подсоса воздуха или из-за других причин, двигатель нужно продиагностировать дымовым генератором. Соорудить простой дымовой генератор можно в домашних условиях, и на 100% вам подскажет, где именно ваш двигатель подсасывает неучтенный воздух. Есть на YouTube очень много видео об этом. Ну и если подсоса воздуха не обнаруживается, придется дальше копать и искать другую причину. В числе других причин следующие неполадки. Загрязнение свечи зажигания. Прогар клапана или поршня. Неисправность одной из форсунок. Смещение фаз газораспределения. Прогар прокладки головки блока ГБЦ. Износ поршневых колец. Неисправность датчика массового расхода воздуха ТМРВ. Загрязнен воздушный фильтр. Причин еще могут быть много, и просьба написать в комментариях именно, с какой проблемой вы сталкивались и как удалось решить проблему троения на холодном. Ну и в конце хочу попрощаться, и если это видео для кого-то было полезным, просьба подписаться на канал, нажать на колокольчик и на кнопку «Нравится». Спасибо всем за внимание.